Всем привет, друзья! Меня зовут Влад. И сегодня я решил поиграть с вами в новую игру. В инди-хоррор под названием Slender. Я думаю, все уже знают об этой игре. Я тоже не знаю, сам вообще не играл. Но много слышал, знаю, что у нее несколько есть, так сказать, версий. То есть раз там в лесу, в доме, где-то еще. Сегодня решил тоже попугаться. Говорят, игрушка страшная. То есть она не основана прям на супер такой игре, она простенькая, там вроде бы нужно собирать записки, вот, но все равно она пугает не по-детски. Как говорится, меньше слов, больше игр, и начинаем. Так, получается, можно выбрать. Я хочу вот здесь поиграть. Нельзя? А, нельзя! Ясно. О. Если Слендер начинает вас убивать, у вас всегда есть несколько секунд, чтобы убежать. А тут, оказывается, может он убивать. Я думал, он просто пугает. Ой, не нравится. Я не люблю такие места. Какие-то шахты, какие-то заводы, я не знаю, какие-то заброшенные. Ой, как не люблю. Звук, и она загрузилась. Я должен идти пропавших детей. Еще и пропавших детей искать. 14 детей. А мы... О, мы на Ауди. Ух ты. Я бы на Ауди взял бы, свалил куда-нибудь. Нету, тут лазит что-то. Я, можно даже сказать, не объясню. Я в городе, в котором они жили, люди шепотом говорят про кого-то. Слендера. Слендер, я, насколько знаю, это фильм. Я сам его не смотрел. Так, поворачиваю. Слендер Лонг Найт. Каюшки. Игрушка реально должна вроде быть атмосферной. У нее вот такие вот звуки. Все происходит. Не люблю я, ребята. Не люблю я вот такие больницы. Ой, как не люблю. Я читал об этом месте. Это одна из двух больниц, которые отразили те, где мне нужно собрать. Ребята, это Слендер? Я просто еще не в курсах. Он за мной смотрит. Да, это Слендер. А что с ним делать? Дневник. Нажмите так, чтобы посмотреть ваш дневник. Этот дневник будет вашим путеводителем на протяжении игры. Читайте его как можно чаще. Найти 14 детей. 14 детей. А, Shift без Z. Zoom. Zoom можно, да? А, получается. Так, фонарик. Фонарик у нас Ой. Это Слендер, да, я так понимаю? Он за нами следит. И мне уже как-то начинает... Ёпт! За чё, нельзя возле него, значит, обойти? Ёпта! Чё-то меня уже пугает, он начинает. Если, ребят, будет нецензурная лексика, вы это простите меня, если что, да? Так, записки тут не было, он тут был. Хорошо. Здесь у нас что-то, это что? Это фонарик дополнительный, типа, батарея. Так, хорошо. Не люблю инди-хоррор, ребята, если честно. Вон стоит. Да что такое? Нужно как-то... Ой, ребята. Как так, я еще играю вечером? Это вообще, это жесть какая-то. Блин, пипец. Я не люблю, еще раз повторюсь, инди-хорроры какие-то. Я их вообще просто, я никогда в такое не играл. Играю первый раз, поэтому как-то мне страшно реально. Особенно играю в такие позитивные игрушки, интересные, сюжетом. Просто бегать я так, и у меня садится батарея, как-то мне надо... Он где-то рядом, это значит, да, ребят? Если вот так. Если сядет батарея, я просто не знаю, что... Что будет, ребят. Бегать умеет, да. Слендер, кыс-кыс-кыс, маленький ты мой. Где дети? Ой, ёпт! Фу, он так резко появляется, забыл про этот скример. Так, а можно отключить фонарик? А где записи? Первый из них пришла в себя, просит карандаши, листы бумаги, принимается рисовать деревья, круги, силуэт человек, странные эти рисунки. Фух. Ёб, да что такое? Я пугаюсь, я не знаю, ребят, я в такой первый раз играю. Я думаю, вы меня поддержите лайками. Я просто вообще, я пугаюсь реально такого всего. Пытка общения, общаются они крайне мало. Это больше похоже на мычание, но только одно слово. Слендер. А,
Вообще, я думаю, его не стоит пугаться, в принципе. Ну, человек без лица и без лица. Ну, что такого, да? Ну, вот эта атмосфера, вот этот звук реально пугает. Здесь я прям боюсь как-то идти по этому. Сейчас по-любому что-то будет. Я прям ставлю то, что сейчас что-то будет. Нет, смотри. Почему так садится быстро батарея? Я так понимаю, надо искать запасные. Да. Как ее взять? Взял. А, два это получается заменить, да? Как их менять? Ай-яй-яй-яй-яй. Как его обойти? Вон там стоит. А ну, пошел! Пошел! Ай-яй-яй-яй. Бежим. Значит, нам не сюда. Здесь мы были? Здесь, я думаю, провалюсь, нет? Нет, не провалюсь. Назад тоже не пойдем. А как его обойти? Ребята, как заменить? А, заменил на R. Окей. У меня еще одна есть, это хорошо. Так, здесь мы были, да? Да, здесь мы были. Так, а как его обойти-то, а? А, все, он пропал. Два раза он как бы следит, типа, за нами. О, ниже, ниже. Не люблю я спускаться. О, там вообще темнота. Сейчас появится, смотрите. Ставлю прям. Инфа сотка. Ой, ёпта, я ж говорил. Говорил же, ребят. Как-то фонарик как-то глючит, как-то он прям поворачивается. Слишком резко и плавно, как-то одновременно. Ёп, здравствуйте. Здорово, чё ты, чё, как сам? Чё-то он как-то в текстурах, да? Ребят, тебя нормально, нет? Ребята уже. Что ты? Уйди, мразь. Мразина такая-то, а? Тут придурок-то, а? А, куда? Я уже запутался. Да блин. Нам же прямо, нет? Гусь, гусь. Где он? Где эта тварь? Да что он там стоит, ребята? У меня этот звук просто, у меня аж волосы дыбом, ребят. Не люблю такой звук. Еще, знаете, есть такой звук, когда по стеклу берут чем-то, режут его. Вот это жесть. Вот это хардкор просто. Он ушел? Он ушел. Почему он сразу не уходит? Скрип то ли не срабатывает, то ли еще что-то. Приходится туда-сюда ходить. Может, так и задумано. Я по первый раз играю, говорю. А где детки-то наши? Как-то ходим, ходим, как-то не видно ничего. Записку, записку я потом прочитаю. Еще успею. Слендер. Кыс-кыс-кыс. Куда-то мы пришли, куда-то. Дети! Вы где, ребят? Открывать двери нельзя, я так понимаю, да? Нельзя? Нельзя. А, это зум, да, все правильно. Да, я что-то как-то нажимал, что-то не работало. Не работало, уже говорю. Уже язык заплетается. Да, реально практики в хорроры у меня нету. Я реально очень пугаюсь. А, как-то я и фильмы не смотрю тоже, ужасы я особенно как-то по комедиям смотрю, еще что-то. Такое мне нравится. А, как-то в инди-хорроры вообще не очень. Вы пишите в комментариях, что вы любите какой жанр игр, чтобы я, основываясь на ваших комментариях, мог снимать что-то стоящее. Ребят, я не могу их найти. Где дети? Так, бегать он умеет, мы бегать. Мы здесь были. Ой, заменить. А, блин, и нету фонарика-то, ребят. Как-то надо бегать, что ли, я не знаю, искать. Мы везде уже были, я как понимаю. Сюда мы... Ёп! Фу! Ёпта! Как-то я выбежал. Что происходит? А что он там стоит? Да ёпта! Где, что происходит, ребят? Меня как-то телепортнуло сюда, что ли. Там стоит. Нет. Что такое? Как-то камера глючит. То ли у меня экран глючит. То ли вообще что-то глючит. Он может уйти? Он ушел? Да, он ушел. Сам уж сам с собой разговариваю. Опять я не туда пришел, ребята. Что вообще происходит? Я бы вообще, знаете, на месте вот этого чувака, который ходит с камерой, я бы свалил. Я бы реально свалил сюда.
Мне кажется, мы везде уже были, ребят. Мне просто некуда идти. Я не очень ориентируюсь. В жизни как-то я ориентируюсь, а так вот, если какие-то большие здания, я по ним вообще не ахти. Мы вернулись обратно, да, я так понимаю? Твою мать. Он может нас убить, нет? Я так понимаю, может. Как надо уйти, чтобы скрипт сработал, чтобы он... Да отвянь! Вот, вял. Видали, да, прям сразу? И появился там. У него как-то лицо есть, но он какой-то не прорисован. Чувак, на самом деле ты не страшный, у тебя лицо есть. Просто тебе графики не хватает. Да что ты ближе и ближе, чувак, прям. Вот говнюк-то, а? Где он теперь? Можно как-то пробежать? Нет, он ушел. Он как-то скриптует туда-сюда. А можно пробежать возле тебя? Нет, чувак. Просто уже 12 минут, а я не могу ничего посмотреть. И у меня батарейки заканчиваются. Может как-то отключить пока что. Он стоит, что ли, где-то? А почему работает? Он где-то стоит, что ли? Я не понимаю. А, вот он. Да твою мать! Вообще не видно нихера. Давайте посмотрим на него. Он приближается? Чё, реально? В смысле, скрипт работает то, что он ко мне? Рестарт. Да, я вроде нажал. Опять мы едем пропустить. Почему мы сразу не пропустили? Ой, она меня реально напугала, ребят. Сколько раз играл... не знаю. Хотя почему я играл? Еще не раз такой. Ага, скрипт, значит, работает по-разному. Я думаю, можно сразу бежать. Понятно, я понял. Но можно сразу бежать, мы уже там исследовали как-то. Понятно, понятно. Вот здесь. Мать твою. А мы пробежим вот так. Мы... Ёпта. Опять скрипт. Теперь его там не должно быть, да, по идее, скрипт сработал? То, что мы здесь. Здрасте. Вообще... Да мать твою. Ай. Фу, она меня пугает. Так, его здесь нет. Люди. Есть кто живой? Ёпта, да что я на одном и том же, ребята? Это ж одно и то же. Скрипты-то одни и те же, а я пугаюсь так. Ой, как я не знаю. Как то. Блин. Так, хорошо, хорошо. Чё ж, как-то мне фигово ж стало. Простите, что за звук, у меня болит горло сегодня. Я как-то еще удивляюсь орать, потому что реально страхово. Как-то играть в это реально. Еще и вечером. Мы вернулись обратно? Да твою же. Сейчас опять скрип да не будет. Надо бегать, бегать, бегать. Почему мы вернулись обратно, я вот этого не понял, честно. Так, здесь мы были, нам начинают туда. Да, вот, я не туда повернул. Здесь где-то валялось что-то, нет? Здесь лежал же фонарик. 3 минуты у нас запись идет. Подожди, вот этого не... Ёпта, вот этого же не было, как вверх подниматься. Почему дверь нельзя открывать? Видите, она как под наклон. Вот этого не было. Или было, у меня глюки, может. Вот здесь, я помню, скрипт работал, сейчас он не работает. Ребят, то, что здесь тебя нет, нет. Дайте я возьму. Ну, бери же, как тебе? Так, надо перезарядить. Здесь чувак этот стоял, его сейчас нету. А, так, хорошо, бежим, бежим, бежим. Я так понимаю, он рандомно работает, как-то появляется. Ой, ёпта. Ну, скрипт-то вот это ясно, скример. А так там появляется в разных местах. Здесь, думаю, можно пробежать скорее, пока его нет, пока он не сработал. А, ребят, я тут реально блуждаю, как-то найти не могу, я думаю. Вот этого не было, я не помню этого. Почему
То ли я не увидел, наверное, потому что первый раз играю. Но этого не было реально. И детей я не вижу. Дети? Куда мы зашли? В какую-то херотень зашли. Так, ёпта. У меня сразу срабатывает назад. Сразу на S жму. Да, комната реально, видите, она какая-то под углом, то есть она какая-то перевернутая. Дети. Да, как-то уже привыкаю. Собраны не все записки. В смысле, туда нельзя пройти? А, да, смысл же игры собрать записки. Точно. А вот это нет? Это подойдет? Теперь, может быть, нет? Можно? А, нет. А, три записки у меня, я не знаю, сколько мне нужно собрать. Здесь мы были, да? Отсюда комната как-то отдаляется, приближается. Нет, мы здесь не были. Я такого не помню. А, ну нет, были мы здесь. А, ребят, как-то не идет. И Слендер куда-то пропал. Запропастился куда-то. Слендер. А, да блин, почему нельзя? Фигово, реально, фигово. Я прошел, посмотрел бы, что там дальше будет. Ну, а, как-то глюч. А, он же типа устает. Я тут бегаю, бегаю. Мне ж потом от Слендера еще гаситься надо. Ай-яй-яй! Где он, мать вашу? Я бегу, я просто бегу, мне уже срать на все. Блин, да что ж ты? Как чучмек. Вот. А где ты, мать твою? Да что это? Тише, 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 все хорош. Я понял. Так, все, на выход я нажимаю. Опять-то звук, он меня на второй раз съел. Спасибо, что ребят смотрели. Я, конечно, да. Интересно, а можно вторую? Нет, вторую нельзя. Я думаю, можно пройти будет второй раз потом. Я думаю, здесь можно закончить. Это был Slender Long Night. Мы нашли три записки, там пять вроде бы. В общем, восемь. Детей мы так не нашли, так как не нашли всех детей. То есть не нашли все записки, не смогли пройти, не нашли поэтому всех детей. Вот, ну, Слендер поймал нас два раза. Игра реально меня удивила, даже больше, я бы сказал, больше процентов она меня напугала реально. Вот эти скримеры, все такое, вроде бы ничего такого, все-таки напугает. Так что, ребят, поддержите меня большим пальцем вверх, подписывайтесь на канал. Я думаю, если будет много лайков, будет второй выпуск по этой игре. Я думаю, вам понравилось, как я пугался. Это реально было страшно. Да, и все, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Опять же, ставьте большие пальцы вверх. И все, удачи, пока, увидимся в следующем видео.